Героев приветствую, педагогов, новаторов, первопроходцев, людей роста, развития, созидателей, которые делают самое прекрасное и доброе дело на Земле. Через знания, через энергию, через улыбку улучшают наш мир. Друзья, давайте улыбнемся еще ярче самому себе, друг другу, всему миру и сегодняшнему прекрасному моменту, в который мы собрались все вместе, и поаплодируем этим ярчайшим, прекрасным, жизнерадостным лицам, поставим сердечко, наполним пространство вокруг нас еще большим светом, любовью, радостью, энергией, друзья. И помним, что в этом и заключается истинный смысл профессии интеллект-тренер. Дарите людям радость, счастье, любовь, энергию, вот благодаря нашим упражнениям, благодаря нашей методике и системе. Друзья, начинаем нашу сегодняшнюю ежедневную встречу и делаем это, конечно же, с нашего фундамента, с наших основ, законов величайших лидеров. И сегодня у нас первый закон на повестке дня, друзья, всем сердцем и разумом принять сверхцель, друзья. Это волшебная палочка, которая из любого человека, друзья, делает сверхгероя, вот который многократно увеличивается в своих ментальных размерах, друзья, и начинает жить другими категориями. И это про то, как выйти в высокое проживание жизни, друзья, потому что каждый человек стоит столько, сколько дела, о котором он заботится, сказал величайший Марк Аврелий, друзья. Но и мы, конечно же, сами на себе чувствуем большую разницу, когда в сердце горит сверхцель, сверхзадача, или когда вот в обычном режиме проживает жизнь свою человек, друзья. Поэтому продвигаем себя вверх, вытаскиваем вот свою команду, всех людей вокруг, друзья, и дарим еще больше света, радости и любви. Ну и, конечно же, равняемся на лучших, друзья, на тех, кто уже стал королями и королевами, суперджам, друзья, и вписываем свои звонки имена. В июле месяце каждый интеллект-тренер без исключения может и просто обязан стать королем и королевой, друзья. Вот и для этого существует наш ежедневный рейтинг, который мы с радостью озвучиваем в прямом эфире. Растут количество участников, растет количество зажженных сердец, и давайте поаплодируем десятки лучших в моменте. Это Чернова Оксана, это Санзапов Олег, это Адгрел, это Климент Богдан, по два зажженных сердца на счету наших ярчайших героев. Шестое место Эльхайм Наталья, пятое Валиса, четвертое Луцкова Валерия. Здесь уже три зажженных сердца и наши аплодисменты ярчайшим интеллект-тренерам. Друзья, и тройка лучших. Кожушка Валентина Татьяна, наши аплодисменты ярчайшему королю и королеве. Платиновым, друзья, королям и королевам, потому что с трех зажженных сердец открывается именно эта высота. Друзья, ну и, конечно же, наши рубины, наши лидеры рейтинга. Здесь у нас две ярчайшие фамилии. Король и королева, все как положено. Передери Мария, аплодируем Марии, ярчайшей планетарной героине, и ярчайшему королю Тишанскому Дмитрию. Четыре зажженных сердца, друзья, абонементы, а это значит, что проходят суперджампы, вот это прекрасно, друзья. Всех с ростом, двигаемся дальше, ну и, конечно же, безотлагательно перебрасываем микрофон нашим ярчайшим суперзвездам, суперинтеллект-тренерам, обладателям восьмых рангов, людей, которые сегодня создают, творят, вот развивают себя и свою команду по всему миру. Давайте поприветствуем человека энергию, человека мотор, человека воля, харизма. Вот ярчайший пример для всей ассоциации. Наши аплодисменты суперинтеллект-тренеру Егору Белозерову. Егор, братское сердце, жги. Принимаю с удовольствием этот микрофон. Петр, благодарю за прекрасное мощное наполнение. И мы величайшие во все времена. И первое место в мире, несомненно, это наша судьба. Приветствую, родные сердца, легендарные светочи планеты Земля. Самые яркие, самые осознанные, самые востребованные, самые высокооплачиваемые. Наставник, привет, рад видеть. Самые востребованные и высокооплачиваемые педагоги за всю историю человечества. Поздравляю всех вас с триумфальным ростом. И, конечно же, я сегодня хочу поговорить коротко по существу, конструктивно, как обычно, и проговорить еще раз основы
развития каждого интеллект-тренера в нашей ассоциации. Прям определенные пункты дам, да, по каким основам развиваюсь я, а какие основы и какую культуру я передаю в свою команду, чтобы она росла, чтобы ваши команды также развивались. Да, об этом я вчера говорил на SKR для своих партнеров, и сегодня скажу для всей ассоциации, потому что это важный момент. Первое, и что очень важно, это, естественно, важно пройти суперджамп у своего наставника, ну, самостоятельно, да, и посмотреть суперджамп закрытой камерой. То есть у меня, когда тренеры проходят обучение самостоятельно, впервые, да, они получают вот эту колоссальную пользу, сами являются учениками, а потом, когда уже второй раз они там приглашают одного-два ученика ко мне, опять же, потому что у них еще не сформированы речевые модули, какие-то определенные там педагогические приемы, да, я прошу, чтобы они были со своими учениками с закрытыми камерами. То есть он закрытой камерой у меня в зуме сидит и смотрит уже со стороны, то есть более осознанно на все вот это происходящее. Внимательно для себя выписывает какие-то инсайты. То есть первая основа развития – это то, что я трактую свою команду, пройти суперджамп самостоятельно, ну, естественно, отдельно уже со своими учениками, там 2-3 человека, которых ты пригласил, к своему наставнику пройти вместе с наставником. Второй момент. Принять и осознать миссию интеллект-тренеров. Это то, о чем говорил сегодня Петр Силкин. Я уверяю на 100%, что если вы не в миссии, вас быстро выдует отсюда из этой ассоциации. Выдавит вас, как пробку просто выкинет. И ну нельзя быть здесь и развиваться чисто материально. 100%. Я вот за 5 лет уже практически в компании. Сколько я видел звезд, вроде бы залетали, там в рейтингах они сияли, но это люди были проматериальны. У нас, знаете, что хорошо, что если люди приходят на материальное, Расул не даст соврать, то они, естественно, получают и духовное. Да? Если люди приходят на духовное, они получают и материальное. Здесь вот такая история. Да? Поэтому вот, принять всем сердцем миссию компании, что значит принять? Осознать вот, глобальный масштаб того, чем мы делаем, посмотреть какие-то выводы определенных ученых, что происходит сейчас с миром, как мы это все делаем, как мы достигаем. Не просто там мы меняем мир, да? А прям логически, осознанно, как взрослый человек, покопайтесь в этом. Почему мы знаниями, почему счастливые люди приносят колоссальную пользу миру, да? И тогда у вас будет больше энергии, тогда масштаб личности у вас будет больше, и тогда вам с легкостью вы будете презентовать данный бизнес и рассказывать о нем. Следующий момент. Быть продуктом своего продукта. Третье. Быть продуктом своего продукта. Но нельзя ходить без резинки и делать этот бизнес. Нельзя пропускать события и делать этот бизнес, друзья. Ну вот так вот устроена эта система. Это, по крайней мере, для меня, чтобы формировалась вера. Поэтому быть продуктом везде. От улыбки до сверхцели. Да? От культуры до воспитания детей. От своего тела, физического здоровья до употребления, не употребления алкоголя, там, вредных веществ. Да? То есть мы создаем с вами культурное общество, осознайте это. Мы создаем это общество, как в книге «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. Вот это общество высоких людей, культурных людей, которые своим примером, своим светом озаряют этот мир. Следующий момент, четвертое. Дать себе минимум 365 дней, когда вы пришли в компанию. Дать себе 365 дней. Год развития здесь. Выйду и далее. Год дать себе, 365 дней, и не просто дать, а сказать, заявить. Когда я пришел в компанию, я дал себе 5 лет. Я сказал, если, пусть для меня это будет еще одним высшим образованием. Если за 5 лет я не состою здесь, то, соответственно, я потом дальше пойду искать что-то новое. Но я за 2 года состоялся. Изначально, когда мы строили данную индустрию, с нуля поднимали с колен, когда тут ничего не было, ни партнерской программы, ни отзывов, ни денег, была только идея и мощнейшая энергия Владимира Довгана и Петра Силкина, да, ну и нашей технической поддержки. Вот такая история. Поэтому, когда вы сейчас на автопилоте, когда вы приходите сюда в ассоциацию, я даю себе год развития. Если через год не получится, тогда уже делайте выводы какие-то. Но этот год. Быть на событиях, делать то, что тебе говорит твой наставник, слушать аудиотренинг, развиваться в интеллектуальных клубах, делать предложения касания, развиваться на суперджампах, да, делать все. И я вам гарантирую, что, друзья мои, за 365 дней вы станете здесь очень мощными экспертами. Пятое. Естественно, сделать поло, сделать небольшую фотосессию, поменять везде аватарки и начать создавать шум. Проявление, как говорит мой наставник, я говорю создавать шум везде, во всех соцсетях, чтобы о вас начали слышать. Не ждите, что сразу в первый день вам начнут писать люди. Не ждите. Но, соответственно, что посеешь, что пожнешь. Вы сегодня начинаете сеять, рассказывать, транслировать, передавать энергию. Вы продавцы мечты.
Вы должны показывать свое яркое лицо, и люди на ваше лицо будут приходить и спрашивать о том, а чем ты там занимаешься, я там видел где-то твой статус в WhatsApp, у тебя там интеллект-тренер, ты такая яркая стала, красивая, что ты там употребляешь, да? Вот это нужно создавать. Следующий момент. Посещать все события обязательно. Когда вы посещаете такие мероприятия, вы получаете сакральные знания от лидеров нашей ассоциации. И предательство не быть на таких событиях, ребят. Предательство не только для себя, но и для своих родных и близких. Потому что когда вы наполняете их здесь знанием, вы их монетизируете, то есть вы начинаете больше зарабатывать. А чем больше вы зарабатываете, тем больше вы там вклад несете в свою семью. Там, ребенку хорошее образование даете, родителям там своим чем-то помогаете. Да? То есть по факту, если вы пропускаете события или лежа где-то на кровати сейчас меня слушаете, вы предатели. Можете выходить, ничего не слушать. Да? Вот этот важный момент, то, что на событиях важно быть на всех, на триумфальных награждениях там, и так далее. Следующее. Изучить бизнес и партнерскую программу. Изучите. Вы же приобрели бизнес. Вы же не шорты купили или шлепки, которых топчетесь просто и все. Вы купили бизнес, ребят, международный бизнес, осознайте, с огромными преимуществами. Не надо платить госпошлину, не надо платить санэпидемстанцию, пожарную инспекцию, арендовать помещение, логистики. Нет ничего, что платят остальные другие предприниматели. Да? Покупать закупки, какие-то продукты, платить, значит, зарплаты людям, там, нанимать вот эти все штуки. Вы приобрели бизнес, изучите его как своего ребенка. Где у него ножка, где у него ручка, как он работает, партнерскую программу полностью, от стартовой лицензии до суперлицензии. Как строятся ранги, что такое баллы и как они начисляются, чтобы вы потом могли этими, значит, историями, эти истории рассказывать людям, которые приходят к вам. Не пытаться съесть слона целиком, не пытайтесь сразу в себя запихнуть всю информацию. Не уложится в вас. Если вы хотите накормить голубя, не надо ему пихнуть сразу в батон, иначе он погибнет. По чуть-чуть поглощайте информацию, да, в удовольствие. Иначе будет выгорание, иначе будет переизбыток, иначе вас стошнит, друзья. Как бы невкусная была еда, которую вы употребляете. Значит, девятое. Сформировать список из 100 человек. Сразу же. Когда вы пришли в ассоциацию, сформируйте. Мне очень понравилась идея Натальи Семеновны. Наташа, приветствую, легендарная. Поделите 50 человек тех, кому нужна методика, 50 человек тем, кому нужен бизнес. Прям проанализируйте. И вам нужно, естественно, звонить. Все, звоните, общаться. Есть праздники. Вот праздник был вчера, там, День семьи, любви и верности. Пожалуйста, используйте, звоните, общайтесь, поздравляйте, рассказывайте о своей идее, чем вы занимаетесь. Важно осознать, что наша методология и наш бизнес, он максимально культурный, этичный, и он никому никаким образом не повредит. Неважно, человек какой религии и чем он занимается. Это только усиливает человека, не вредит, поэтому рассказывайте, транслируйте. Десятое. Естественно, когда вы пришли в ассоциацию, вам нужно в первый месяц создать свой кейс. То есть чем быстрее, тем лучше. Вам нужно пригласить первых учеников, вам нужно заработать свои там первые 10, 20, 30, 40, как кто там и кто сколько. Да? Но в первый месяц вам уже нужно показать результат для себя. Чем дольше вы не показываете результата, тем вероятнее, что вы вообще результата не покажете. Чем быстрее вы получаете результат, чем быстрее вы получаете обратную связь от ваших учеников, благодарность, уже какие-то деньги. И этими результатами вы можете уже делиться со своими друзьями, коллегами, партнерами, знакомыми, теми людьми, которых вы приглашаете в ассоциацию. Вот смотри, я первый месяц залетел, и я уже заработал там $300-400. Прикольно? Вот на такой вот истории, да? Вот. Ну и, соответственно, естественно, сделать рабочее место, себе подготовить, максимально культурно, этично, столик, свет, потому что это ваше рабочее место. Пол обязательно, чтобы вы сияли, какой-то мерчендайзинг, да, чтобы это место вас питало вот этой вот энергией делания, чтобы в этом месте вы не ели, не пили, чтобы в этом месте дети там не рисовали ваше, чтобы оно было наполнено энергией созидания и улучшения этого мира. Ну и 12-е, естественно, повышайте статус и выполняйте промоушен. Повышайте статус своего бизнеса. Если вы видите, что ваш магазинчик уже мал, у вас там 3-4 полки и хочется расширить свой продукт, повышайте статус. Чем больше ваш статус, тем больше вы зарабатываете, тем больше у вас энергии, тем легче вам уже людям рассказывать про какие-то статусы и про этот бизнес. Да? Если вы стоите на лицензии старт, ребята, посмотрите выше, посмотрите на лидеров нашей ассоциации, которые выступают. Все в статусе супер. Все от 6-го ранга и выше практически в статусе супер. Почему? Возможно, они больше знают, потому что они дольше находятся в этом бизнесе. Вот такая вот история от Егора Белозерова сегодня. И мы величайшие во все времена. И первое место в мире, несомненно, это ваша судьба. Легендарные активные тренеры. Обнимаю сердце. Петр, вам микрофон.
Наши аплодисменты, друзья! Фантастическая школа, мудрость, четкие пункты. Друзья, понимаете, почему нужно посещать каждую встречу и делать это с ручкой, с бумагой, с тем предметом и прибором, в который можно записать, друзья, потому что с этого начинается рост. И кто придерживается системного подхода к своему бизнесу, к себе, друзья, конечно же, имеет колоссальное преимущество. И результаты наших топ-лидеров тому ярчайшее свидетельство. Друзья, а мы двигаемся дальше, и наши аплодисменты, сердца, триумф следующему величайшему герою, величайшему королю, мистеру Суперджамп, человеку огромное сердце, которое согревает, друзья, вдохновляет и дает фантастическую энергию. Расул Зулкашев, поаплодируем вам, пожалуйста. Благодарю, тренер Петр, благодарю величайший SEO всех времен и народов, благодарю Егор за мощнейший инструмент, равняясь на тебя, ты знаешь, что я пришел сюда и сразу начал смотреть на яркого, крутого лидера. Даже прически одинаковые. Вот, друзья, ну, шутка, конечно, друзья. Мы самые величайшие во все времена, и первое место в мире – это наша судьба. Я приветствую вас, родные сердца, величайшие короли и королевы. Для меня большая честь вместе с вами менять этот мир к лучшему, начиная с себя, начиная со своего окружения. И, друзья, конечно, Егор уже все сказал, друзья, все записали, присоединяюсь, да, как говорится, да, и что хотел сказать, мне очень понравилось, да, вот у нас королева Валиса, да, бьет все рекорды, и это очень хорошая вот возможность, да, задуматься и понять, осознать, что на четвертом ранге можно быть топ-лидером суперджампа, друзья, это уже Валиса нам показала, и показала то, что она продает уже сразу суперлицензии, друзья, она продает сразу суперлицензии. Как она продает суперлицензии? Потому что она сама на суперлицензии. И мне понравилось ее сравнение, да, вот я причем каждую лицензию сам обошел, обкатал и знаю, что говорю, да. Стартовая лицензия – это человек-турист, он такой хороший, гуляет, ему все нравится, он пришел в новую индустрию, в какой-то новый мир приехал, да, это круто. Мастер-лицензия – это такой байкер, да, там на велосипеде разъезжает, круто, он крутит педали, и все у него, он быстрее, чем турист, ездит там по местам, ему нравится, да. Про-лицензия – это уже суперкар, да, крутой там, Porsche Taycan, там, не знаю, электрокар какой-то там, Tesla, круто все, на про-лицензии люди делают отличные результаты, и, конечно же, уже… Друзья, суперлицензия – это такой джет, упакованный, да, это самолет, частный самолет, да, со своей спальней, со своим, то есть можно перелетать трансатлантик, да, и мне очень понравились эти ассоциации от Валисы, друзья, тоже ловите, и действительно это так и есть, потому что когда ты на суперлицензии, ты осознаешь себя уже совладельцем, да, соучредителем этой крутой ассоциации и смело можешь заявлять, да, что ты уже являешься партнером этой ассоциации, продвиженцем этой ассоциации, а также именно в этом месяце люди, кто приобретает суперлицензию, они становятся личными учениками Владимира Довганя, друзья. И, естественно, вот нам с Егором очень хорошо помогает одна лишь фраза. Я личный ученик Владимира Довганя. Я проходил 10-дневный курс у Владимира Довганя, друзья. Это очень помогает в начале, понимаете? Поэтому, когда после 10-дневного курса лично с Владимиром Довганем, да, когда вы будете по кругу передавать слово, Владимир Викторович, передаю вам слово, это совсем другое. Более того, хочу с вами поделиться, да, вот когда Владимир Довгань выступает на всю ассоциацию, и кто уже часто выступает, тоже замечают это, что здесь совсем другая энергетика. То есть кто-то подумает, а я знаю Владимира Довганя. Но когда вы будете проходить Владимира Довганя уже вот у него лично курс, это совсем другое, друзья. Я вам так скажу, да, человек, вот у меня есть семья, самые близкие, любимые люди, но действительно здесь мы становимся действительно такими же очень близкими людьми, понимаете? То есть это все уже, это наставничество от Довганя. Я не знаю, я ценнее вещей не видел, друзья. Ну, я вот пару слов о себе скажу, да, из простой рабочей семьи, не полной семьи, да, то есть у меня мама с папой вместе не живут, и для меня это была боль. Вот, наверное, каждый переживал, да, когда, допустим,
мы спим, и вот когда вот в подростковом возрасте особенно, да, и как будто бы мы начинаем падать, а в это время у нас происходит рост, и мы как будто падаем, просыпаемся, да, у всех все такое было, дайте лайки, друзья. Вот в такой ситуации я прожил до времени, пока я не начал зарабатывать. Потому что всегда нехватка, всегда какое-то непонятное состояние, всегда ты не понимаешь, почему мама с папой не живут вместе, это трудно осознать это, понять, принять. Но когда ты это потом принимаешь, это, конечно, уже хорошо становится. Просто я имею в виду, что тоже были годы, очень долгие, длительные, нудные годы, которые просто хочется из жизни выкинуть, хотя это детство называется. Но когда я познакомился с Владимиром Довгань, друзья, моя жизнь кардинально поменялась. Я всем рекомендую, друзья, такого. И сегодня, именно в июле, есть такая возможность. Есть возможность стать суперинтеллект-тренером, воспользоваться всеми привилегиями, быстрее расти по баллам, зарабатывать больше. Это партнерская программа, которая дает большие доходы. И, конечно же, соприкоснуться с этим величайшим человеком, друзья, который стольких людей, друзья, десятки тысяч людей избавил от боли, избавил от мысли о самоубийстве. Понимаете, это действительно, ну, это не, знаете, ни за какие деньги не купишь, вот так скажу я вам честно, да. Поэтому, конечно же, друзья, сегодня важно это осознать и сделать правильный выбор. И есть еще такие моменты, вот очень важный момент. Смотрите, хорошо, что мы сегодня находимся в 9 июля. Почему? Потому что кто-то скажет, ну, блин, я хочу, но денег у меня вот не хватает. Друзья, все в голове, все в голове. Смотрите, людей очень много. Надо просто делать перепись населения, не растрачивать себя на маленьких людей, которые не понимают. Сильные лидеры вас с полуслова поймут, вам просто надо до них дойти. Но перед вами у вас есть определенное окружение, кому вы намереваетесь сегодня, сотни людей, кому вы намереваетесь позвонить. Надо выйти за их пределы. Надо избавиться в мыслях от этих людей, воришек времени. И всего лишь 3 лицензии, там 3,5 лицензии, которые вы продадите супер, они вам полностью окупят вашу суперлицензию, понимаете? Поэтому, когда человек обретает суперлицензию, да, у него уже сразу бытие личного самолета, который может быстрее продавать эти же лицензии. Потому что если он это пожелал себе, то неужели он не может это пожелать другим? Это самое крутое бытие, друзья, на сегодняшний день. И более того, друзья, вдумайтесь просто, единственная профессия, единственный человек сегодня на планете, это интеллект-тренер, кто воспитывает, тренирует в себе позитивную ментальность, кто знает приемы дивергентного мышления, кто включает в себе это состояние, ресурсное состояние каждый день. У нас есть эта методика, запатентованная. А скажите по-честному, как вы думаете, миллиардерам сегодня эта методика нужна или нет? Конечно, нужна. Поэтому вы сегодня становитесь наставниками миллиардеров, наставниками самых крутых ученых, гениев. И в моей команде есть долларовые миллионеры, есть гении, есть ученые, которые написали более 100 книг. И я сегодня действительно... То есть это все я прописывал в аудиотренинге, это сбылось. Я хочу быть наставником у ученых, хочу быть наставником. Да, я хотел быть и сегодня стал. Поэтому, друзья, становитесь здесь сейчас, будьте в моменте. Наша методика уникальна. Я возвращаю этот разгоряченный микрофон легендарному CEO всех времен и народов Петру Силкину. Аплодисменты мистеру Суперджамп, ярчайшему легендарному Расулу Залкашеву. Расул, гордимся вами, благодарим за ярчайшее выступление, за мощнейшее наполнение, друзья, и двигаемся дальше. Финальное выступление нашей сегодняшней встречи, которая вдохновляет, заряжает, дает энергию. И давайте поприветствуем наших легендарных героев, обладателей 9-го ранга, статуса суперинтеллект-тренеров, педагогов, новаторов, чьи доход более 100 тысяч долларов в месяц, друзья, взяли высоту наши герои и продолжают расти и развиваться, показывая ярчайший пример всему человечеству. Наши аплодисменты, сердца и самые теплые добрые пожелания Артем и Ольга Яровые. Мы самые величайшие. И первое место это наша судьба, легендарная команда. Приветствую. Зависит.
Артем Величайший, прерывается звук. Попробуй выключить камеру, вот, или переключиться на другой интернет. Сейчас решу этот вопрос. Турция, друзья, Турция. Мы знаем, что у настоящих интеллект-тренеров три варианта интернета. Вот, и всегда 200 вариантов на любую ситуацию. Вот сейчас видим, отлично. Сейчас он подключится, секунду, терпение. То, что я вам сейчас дам, того стоит. Сейчас несколько секунд он переключается. Уже все отлично, Артем, можешь еще вернуть сейчас. Друзья, это всегда повод поставить сердечко, улыбнуться еще шире и поаплодировать моменту прекрасному, яркому, в котором мы находимся, друзья. Вот, и наш герой сейчас включается. Если бы не ваши сердца, не сработало бы. Все, есть. Егор, особенно твое сердце прям четко включило интернет. Огонь, меня слышно ровно? Да, сейчас отлично. Отлично, все, я просто на стабильный интернет переключился, чтобы он не баловался тут. У нас тут не до шуток. От Ольги всем огромный мультимиллиардерский привет. И сразу несколько моментов. Первое, что очень важно, здесь на вот этих вот общих школах, друзья, лидеры делятся своими наработками. Всегда имейте в виду и всегда уточняйте у своего наставника. Вот взяли, вот я тоже записывал за Егором, за Расулом, обязательно всегда записываю. И спасибо огромное. Вот. И всегда приходите дальше, взяли что-то, приходите к своему наставнику, если что-то отличается от системы, по которой работаете вы, приходите к наставнику и говорит: наставник, сегодня на школе вот такой большой лидер сказал вот это, хочу применить. И наставник говорит: попробуй, и вы пробуете. Или наставник говорит: это лучше так не делать, мы делаем вот так. Вот, потому что у вашего наставника есть свой опыт сколько-то лет, который очень важно учитывать. Потому что, как правило, подобное к подобному. И всегда есть особенности, личностные особенности. Нужно это всегда учитывать, друзья. Это очень важно. Поэтому полностью подписываюсь под всеми пунктами, которые сегодня звучали. Единственный есть один момент по поводу прохождения закрытой камеры. Это особенность проведения, уже она, которая появилась, ее раньше не было, она появилась, показала свою результативность в команде у Егора, Роберта. Вот. Но есть команды, которые это не применяют. Такое, потому что считают по-другому. Имейте в виду всегда, то есть вы здесь находитесь, и вы это учитываете. Спросите у наставника, вот так вот стоит поделать или так вот не стоит. Что самое главное? Что здесь вы видите, да, лидеры не обесценивают друг друга. То есть говорят, что вот мы делаем вот так, все. По-другому тоже работает, но можно вот так. Поняли, да, вот это очень важная вещь. По сути, я хотел сакцентировать не на том, что какие команды работают, а именно что главное фундаментальное. Никогда не обесценивайте предыдущий опыт предыдущих партнеров или параллельных партнеров. Вот это очень важно. Все остальное, поверьте, можно. Когда у вас будет определенный ранг, вы сами скажете: ой, вот здесь вот я хочу вот так. Но старайтесь сильно не заменять фундамент никогда. Но знаете, этот покрасить зеленым цветом стены или красным на своей страничке, это вы имеете право всегда. Вот это очень тонкий момент. Егор, все нормально? Корректно сказал? Супер. Обратите внимание, все, Егор согласен, это очень важно понимать, что в командах появляется специфика, и мы ей делимся, обратите внимание, нет секретов. Но вы всегда переспросите у наставника, так стоит делать или не стоит. Окей? Все услышали? Дайте обратную связь, летим дальше. Это очень важный момент. Вот, окей, супер. Дальше идем. Это. Что, вот, основная моя сегодня тема. Что такое быстро двигаться в нашем бизнесе? Мне очень нравится выражение. Оно сначала режет слух, но оно, в принципе, такое логичное. Быстро – это медленно, но постоянно. Вот и прям недавно вот в Инстаграме попал, знаете, мотивационные паблики есть в основном, но их не подписывают. Вот. Но есть паблики, которые прям такие интересные. И вот недавно был повтор поста одного, где мужчина австралийский, вы слышали эту историю, скорее всего, из Австралии. Один фермер выиграл, поставил мировой рекорд бега на 800 там с чем-то километров. 800 с чем-то километров. Там 5 дней, что ли, сколько там бегали они.
Так он, дело в том, что он первый день пришел, первый день завершил с худшим результатом. Второй день, не помню, с худшим, не с худшим. Но, короче, он в итоге победил, потому что все бегуны, профессионалы, они каждый день останавливались на 6 часов поспать. А он просто медленно, но бежал без остановок 5 дней. Короче, он поставил мировой рекорд, победил. Он бежал действительно медленно. С виду поначалу казалось, что он шансов не имеет победить. В итоге он победил, там мировой рекорд, там еще 50 тысяч долларов ему дали. Он вообще на них даже не рассчитывал. И раздал их пятерым победителям после него. Второму, со второго по шестое место. В общем, интересно, такая штука, каждый день по шагу. Вот. В этом плане очень классный пример, друзья, это как раз наш Егор Белозеров, который, помним, мы друг другу звонили. Егор, блин, ты как продаешь? Егор, не знаю, Артем, ты как там продаешь? Я Роберту. Роберт, ты как продаешь? Роберт, да вот так вот что-то там по старинке там пробую. Короче, примеры вот Егор, Расул, Роберт, Алексей, Потеха. У нас очень много примеров есть людей, которые медленно, по чуть-чуть, и сегодня они в топах, обратите внимание. Это так и было. Я видел своими глазами, как это происходило, Артем Яровой. Мы все шли, и в какой-то момент раз, и полетели. Вот. Но сначала нужно вот это наработать, а потом и происходит ускорение. Вот. И вот по этому поводу я когда-то давным-давно еще для ассоциации проводил школу, потом ее уже рассказывали в разных интерпретациях. Система 1 плюс 1. Вот этот листочек, на котором я рисовал. Система 1 плюс 1. Когда ты за целый месяц находишь всего лишь одного активного партнера. Целый месяц, друзья. Можно за неделю, конечно, но за месяц вы находите одного. Ну, одного реально найти за целый месяц. За целый месяц. Прям. Но если целый месяц, это делать. Фишка в том, что если это делать. И вот так вот вы находите, у вас получается в конце, через год, через 12 месяцев, 4096 человек в команде. И там огромные гонорары. И фишка вот этой системы в том, что даже если она сработает на 10% всего лишь, на 90% не сработает. Ну, есть же скептики, говорят, ну, не получится. А сработать всего лишь на 10, там у вас все равно получается огромное количество партнеров и огромные гонорары. Но я сегодня не про это. Это уже такой устаревшая классика. Не устаревшая, а как классика, но уже такой пример, который мы много раз вам показывали. Я хотел показать вам другой пример, очень важный, друзья. Сегодня вы выйдете просто супер вооруженные до зубов. В хорошем смысле этого слова. В очень мирном смысле этого слова. Смотрите, я хочу вам показать сегодня спираль успеха. Личная наработка, спираль успеха. Смотрите, вы сегодня вот в этой точке находитесь. Ну, все в разной, но представьте, что вы, вот если вы новичок, у которого вообще в доску ничего не получается, то вы вот в этой точке. Если у вас уже получается, как у других, как у Натальи Семеновой, как у, там, как у Алексея Лыскова, там, вы, то вы вот чуть в другой точке. Но вот это понятие, спираль успеха, запомните, вот оно. И вы в точке, где ничего, абонементы не продаются. Чатов слишком много, лицензии подавно не продаются, вообще непонятно ничего, вы вот здесь. И дальше вы начинаете двигаться по спирали, внимание. Вы начинаете двигаться по спирали, и в какой-то момент приходите к следующей точке. А только имейте в виду, что вот это движение, это шаги, вот они, смотрите, шаги. Я не знаю, видно же, да? Шаги, штрихи такие. Ближе подвину. Вот, шаги, вот они. Если вы не делаете шаги, а это значит звонки, посты, переговоры, там, то вы не двигаетесь по спирали, вы стоите на месте. Можно ли, находясь в лесу, буквально в километре от дома, не переставляя ноги, вернуться домой? Рискованное занятие, согласитесь. Вот, поэтому лучше всего это переставлять ноги. Или можно ли в Сибири зимой, да, остановиться переночевать с заглушенным двигателем? Не советую. Вот. Поэтому вот так вот вы двигаетесь, делаете шаги. Хочу, не хочу, могу, не могу, как сказал Егор сегодня. Заметьте, да, мы друг друга все сейчас здесь дополняем, по сути, подтверждаем. В какой-то момент у вас начинают получаться продаваться абонементы. Yes! Огромная радость. Огромная радость. Обратите внимание, Ирина Романова радуется за всех и всегда. При этом, ребята, Ирина еще о себе расскажет историю. Обязательно запомните это имя, фамилию, легко запомнить. Ирина Романова, ярчайшая звезда, и вот наполняет всех здесь энергией. Значит, вот так вот все радуются, когда продали первый абонемент, и наставники в том числе. Вот они, начали продаваться абонементы, но лицензии не продаются.
Понимаете? Новая ваша точка. Абонементы продаются, но лицензии не продаются. Конечно, мы знаем, что если проводить курсы, лицензии продаются всегда, но иногда человек продаст 1, 2, 3 абонемента, вот так вот наставнику придет с ними, а там статистика не срабатывает, и может не быть продаж лицензии, так ведь? Но вы продолжаете, очень важно, вы продолжаете идти по спирали, смотрите. Если вы идете дальше по спирали, а это значит, вы шагаете, продаете абонементы снова, снова и снова, то в какой-то момент у вас неизбежно, поверьте мне, как правило, один из пяти, максимум один из десяти, начинает покупать лицензии, ваша новая точка. А, yes! Вы дошли, вы должны дойти до нее. Вкус победы чувствуется, когда вы усилия какие-то приложили, достаточно долгие. Вот Егор классно сказал, да, дал себе минимум, дают, давайте себе минимум год. Егор правильно сказал, что лучше давайте минимум 5. Артем добавляет, ребята, сколько вы попыток дадите ребенку своему научиться ходить? Ну сколько вы ребенку дадите шансов научиться ходить? Столько, сколько нужно, чтобы научился ходить. Пока елки зеленые ходить не начнет, будет пытаться, правильно? Правильно. Единственное, что людям нужно что-то измеримое, поэтому Егор именно так и говорит. Год, 5. На самом деле Егор имел в виду, вот я уверен, вот Егор, дай обратную связь. Я уверен, то сколько надо. Просто людям нужно что-то измеримое. И он как профессионал просто отмерил. Ну дайте себе 5 лет. Дайте себе год хотя бы. Вот. Дальше. То есть вот здесь вот начинают продаваться лицензии. Yes! Но люди не работают. Смотрите, они лицензии берут, но не работают. Кому знакомо? Вот берут они, но не работают такие сети. И вы идете дальше, вы продаете лицензии, думаете, ну что же, вот у вас чувство вины, что они деньги заплатили, но деньги не заработали. Поверьте, это их личные трудности, потому что у них все открыто, школы, все есть. Они просто не делают, не переживайте. Они рано или поздно смогут начать и начнут работать. Потом, смотрите, что интересно. Люди потом начинают, следующая ваша точка по спирали успеха, они начинают работать. Работать начинают партнеры, начинают группы набирать. Ю-ху! Yes! Начинают набирать группы, начинают продавать лицензии даже. Внимание, но лидеров нету. Лидеров нету. Что ж делать-то, а? Ну вот лидеров, ну идти дальше, друзья. У нас единственный способ с вами идти дальше, иначе в лесу останешься навсегда. Домой не попадешь. А ваш дом – это большой успех, это богатая жизнь, это много помощь миллионам людей. Вот это ваша жизнь, это ваш дом. Дом любой души, так ведь? Все на сверхцели рассказывают вам, что хотят помогать людям, только все по-разному. Кто-то строит детские дома, а кто-то делает так, чтобы детских домов не было вообще в мире. Ну и то большие цели по масштабу, но есть различия, знаете, да? Вот, поэтому в какой-то момент у вас появляются лидеры. Yes! Лидеры появились. А самое интересное, что лидеры начинают вас учить, как делать. Они говорят, слушай, ты все неправильно делаешь, я знаю, как надо. Ты все неправильно делаешь, я знаю, как правильно. Вот в этот момент надо радоваться, друзья, радоваться, отпускать этих лидеров. И идти, и все начинается заново. Начинаешь искать дальше. Начинаешь группы, проводишь суперджампы, ищешь лидеров. И вот она, спираль успеха. Дарю. Личная наработка, друзья, забирайте. Все. Вот такая информация сегодня для вас. Быстро, это медленно, но по чуть-чуть, без остановок. У всех, понимаете, успех зарыт у всех на разную глубину. Кому-то копнул пол штыка, и у тебя золотые, там, золотая жила. А кому-то придется прокопать сколько-то метров, кому-то километров, друзья. Зависит от ваших прежних наработок. Назовем это так. Все, благодарю. Возвращаю микрофон величайшему легендарному герою, сверхлидеру, сверх-сео Петр Силкин. Принимаю микрофон. Наши триумфальные аплодисменты. Артем Яровой, суперинтеллект-тренер 9-й ранг. Друзья, и вот вам ответ на вопрос, почему нужно посещать каждое событие, каждую школу, и особенно это делать в субботу и воскресенье. Видим, Егор, братское сердце. Вот. Это мудрость, это практика, друзья. Это то, с чего начинаются большие результаты. Поэтому все, кто сегодня здесь и сейчас, большие молодцы. Ну и, конечно же, делитесь этим опытом, друзья. Создавайте лидерские школы, которыми вы уже как лидер будете делиться со своей командой. Так это работает. Ну вот поэтому заряжаемся от тех, кто сегодня делает результат. Сами начинаем делать результат. И, конечно же, улучшаем, меняем этот мир в лучшую сторону каждый день, потому что мы дарим улыбки, мы дарим счастье, мы дарим радость, друзья, и сегодня финальный день нашего текущего периода, поэтому всем успехов, новых ярчайших зажженных сердец, новых рангов и стартуем безотлагательно к новым рекордам. 5, 4, 3, 2, 1, мы самые величайшие во все времена и первое место в мире, это наша судьба. Полетели к звездам и всемирному человеческому процветанию.